Тут на 9 мая чуть не обделался легким испугом. В дачный чат прислали видео. Загорелся соседский дом буквально в 13 метрах от моего дома. И жар был такой, что та пластиковая отделка, которая была на моем доме, вся стекла просто соплями вниз, повыпадали пластиковые софиты и просто в предсмертной агонии все скрежились. Но тот кусок стены, который был отделан фиброцементным сайдингом, вообще никак не пострадал и даже не закоптился. Ему просто было пофиг на все. Никаких изменений. Именно поэтому важно не экономить на фасадной отделке. И вот тут фиброцементный сайдинг, он не только долговечный, хорошо держит цвет, но еще классно сопротивляется фаер-шоу на соседнем участке.